Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды, и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Недавно прошло очередное заседание суда по делу Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, расстрелявшего 8 сослуживцев, и мне хочется поделиться с вами последними новостями об этом деле. Во-первых, хочу сказать всем людям, неравнодушным к судьбе Рамиля Шамсутдинова: Вконтакте есть сайт, вернее не сайт, страница, называется «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова». Там выкладываются последние новости об этом деле. Я выложу ссылочку вот на эту страничку. Все подписывайтесь, кому интересна судьба Рамиля Шамсутдинова. И вот на этой страничке как раз выложены интересные новости. Недавно, вот на этом последнем заседании, прокуратура, гособвинение по сути, ознакомила суд с психолого-психиатрической экспертизой. Но психолого-психиатрическая экспертиза была зачитана на суде не полностью. То есть прокуратура не рассказывает о, так скажем, неудобных моментах в этом деле. Кроме того, не была заслушана рецензия адвокатов Рамиля Шамсутдинова вот на эту экспертизу психолого-психиатрическую. Судья во время этого заседания поставил вопрос, что называется, ребром. Либо оглашается полностью экспертиза и ее результаты, и к ним же приобщается вот эта рецензия адвокатов Рамиля Шамсутдинова, либо прокуратура полностью отказывается вот от этой экспертизы, и по сути в любом случае проводится новая экспертиза. Понимаете? Что получается? Экспертиза была проведена с явными нарушениями, поэтому прокуратура отказывается называть ее полностью. Какие были нарушения? Ну, как стало недавно известно, Рамилю Шамсутдинову один из врачей, один из психиатров ставил вопрос: а что было бы, то есть ему угрожали макнуть его головой в унитаз, что было бы, если бы они макнули тебя головой в унитаз? Рамиль Шамсутдинов честно признался, что если бы такое произошло, я бы повесился. На что один из врачей заявил, что лучше бы ты повесился, и не было бы этого расстрела. Понимаете? То есть врачи, часть врачей, я не говорю, что все, но по крайней мере один врач был настроен негативно к Рамилю Шамсутдинову. Это уже является нарушением, потому что врачи в данном деле должны выступать экспертами, независимыми экспертами. А по сути вот этот врач уже являлся гособвинением. Это первый момент. Второй момент. На экспертизе присутствовал только психиатр, который поставил диагноз, что Рамиль Шамсутдинов полностью вменяем. Но не присутствовал психолог, который должен был поставить диагноз, в каком состоянии был Рамиль Шамсутдинов во время самого момента стрельбы. То есть есть очень много убийств разных. Да, никто не спорит, убито 8 человек. С этим никто не спорит. Но убийства бывают разные. Есть умышленное убийство. Есть убийство в состоянии аффекта. Есть непредумышленное убийство. Есть убийство, так скажем, ну, для самообороны. Получается так. То есть какое из убийств подходит к этому делу? Вот судья должен ответить на этот вопрос. Но прокуратура всячески мешает судье справедливо вынести решение. Адвокаты Рамиля Шамсутдинова, ну, они понимают, что навряд ли кто-то вынесет решение, что это была необходимая самооборона. То есть Рамиля Шамсутдинова навряд ли оправдают. На это не стоит надеяться. Но адвокаты надеются на то, что все-таки будет вынесено решение вот как раз по статье 107 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство в состоянии аффекта». Почему? Ну, во-первых, над Рамилем Шамсутдиновым издевались. Была дедовщина. Ему не давали 3 суток спать. Хотя он должен был... есть специально отведенное время. Во время несения караульной службы. То есть 2 часа несешь... стоишь часовым, 2 часа отдыхаешь, 2 часа караульная служба, понимаете? Из 6 часов 2 часа минимум ты спать должен. Но тем не менее этого не было. 3 суток Рамиль Шамсутдинов не спал. В принципе, уже можно говорить о том, что если человек не спал 3 суток подряд, он уже находится в состоянии аффекта. И особенно если над ним издеваются, уже можно говорить о состоянии аффекта. Тут не надо быть специалистом. Это каждому понятно. Что хочет прокуратура? Прокуратура хочет пожизненного заключения, либо ну, лет на 2, чтобы Рамилю Шамсутдинову дали лет 20 заключения. Я понимаю, что они хотят вот этого. То есть, понимаете, по сути, никто не хочет признавать, что Рамиль Шамсутдинов в данном деле был прав. Мне хочется зачитать вам комментарий одного из подписчиков вот, группы «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова». Его зовут Марьян Бородулин. Очень интересный комментарий. Хочу зачитать его полностью, чтобы вы понимали, что происходит в Российской Федерации и ее армии. Сегодня важно осознать всем гражданам государства факт того, что поступок Шамсутдинова и других солдат, осуждаемых за протест системы, скрывают проблему государственной измены в армии, когда нарушена сама иерархическая структура соподчинения низших составов вооруженных сил высшим. Дедовщина, землячество, казарменное хулиганство, как ни назовите неуставную модель взаимоотношений внутри стратегически важной системы, она существенным образом понижает боеспособную эффективность этой содержащейся, между прочим, на деньги налогоплательщиков структуры. Управление армией неэффективно, если в действительности армия управляется и воспитывается не так, как должно быть на самом деле. Руководство страны, вкладывая деньги народа в оснащение и содержание армии, не получает в надлежащем объеме то качество, которое оно оплачивает народными деньгами. И получается очень странная картина маслом. Главнокомандующий не контролирует должным образом качество исполнения своих обязанностей министра обороны, который не контролирует работу своих генералов, которые, в свою очередь, не контролируют полковников, а те, нижестоящих по званиям и должностям военных специалистов офицерского состава, которых игнорируют прапорщики и мичманы, на которых забивают командиры младшего состава. Представляете, какая громадная... командиров разного уровня должна бдеть за судьбой драгоценного солдата-новобранца. Но его судьба зависит от капризов сослуживца-дегенерата, которому эта командная армия позволяет плевать на нее, и она даже не утирается, позволяя дальше нарушать законы вооруженных сил Российской Федерации, никак не только не пресекая само возникновение условий для нарушения законов, но и не купируя действия нарушителей и даже покрывая их, военных преступников, до самого верха. Выходит, что само государство, вплоть до главнокомандующего, само себя и предает. То есть вся армия со всеми ее психологами, прокуратурами, призванная защищать государство и его граждан, по факту своей реальной деятельности является фейковой. Каковым является и сам главнокомандующий. Выходит, нас предали на самом верху, если наши дети, граждане государства, в мирное время гибнут и получают увечья в соответствии с негласной установкой главнокомандующего. Согласитесь, очень странная вырисовывается логика, если рассуждать по фактам, а не по экивокам. Мы платим налоги на содержание своих врагов? Тогда мы кто? Идиоты или мазохисты? Именно действия Шамсутдиновых и ему подобных, тех, кто восстал против измены даже ценой своей свободы и самой жизни, являются на самом деле народным героизмом, потому что вскрывают сам факт государственной измены. А эти парни являются народными героями, защитниками от врагов, достойными признания, почестей и наград. Рамиль применил оружие согласно боевой обстановке, как солдат-защитник, обеспечивающий безопасность страны, пресекающий измену Родине, использующий оружие и ситуацию против врагов страны, полностью исполнив свой долг перед своей Родиной, защищая Россию от позора и бесчестия. Друзья, я полностью согласен вот с этим комментарием Марьяна Бородулина. Спасибо ему большое. Человек, видно, что, так скажем, размышляет о судьбе своего отечества, которое уже полностью деградировало, будем честны, о судьбе своей армии, которая должна защищать отечество, а не служить интересам олигархов и различных насильников, которые только издеваются над нашим народом. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете вот по этому делу. Все-таки, как вы считаете, Рамиль Шамсутдинов поступил как настоящий воин, который защитил свою честь, свое достоинство? Все-таки это было убийство в состоянии аффекта, или он все-таки, получается, предатель, расстрелял своих же собственных сограждан, своих сослуживцев? Как вы считаете? До свидания. С вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.